Сегодня профессиональный праздник отмечают сотрудники дошкольных образовательных учреждений. Профессия воспитатель очень важная и ответственная. Ведь воспитателям мы доверяем самое трогательное, хрупкое, нежное наших малышей. Тем больше любви и заботы требуется, когда детки с ограниченными возможностями здоровья. Анатолий Порфирьев уже несколько лет работает с такими ребятами. И он никакой не усатый нянь, а педагог-дефектолог. Это медведь-топтышка, да, медведь-топтышка? Пришел к вам в гости. А козлята ему отвечают. Мама ушла по делам. Работа воспитателя в компенсаторном садике труднее, чем у обычных дошкольных педагогов. Тем более, что Анатолий, как настоящий мужчина, взял на себя самую сложную группу. Его подопечные занимаются по особой программе каждые 15 минут. Им необходимо переключаться на другое занятие. И вообще здесь очень много нюансов. Анатолий справляется. Настя, кушай. Да, кушай. О выборе профессии Анатолий рассуждать не хочет, просто не считает это чем-то особенным. Он любит детей и уверен, любовь должна быть действенной. Работа довольно-таки интересная, важная для всех, не только для детей, не только для родителей, но и для других воспитателей, работников дошкольных образовательных учреждений. И поэтому опыт работы с такими детьми надо как бы просвещать, показывать. И очень хорошо, что это все делается. Ну, я рад, что наши дети получают нужное, достойное образование. И им это нравится, им интересно. Ну, и я думаю, что в будущем они будут успешными и хорошими людьми.